Возвращаемся на матч Captain's Draft, счет 1-1. И как не пытались замашнить имперцы себе европейский сервер или даже хотя бы CoinToss, админы сказали: нет, ребята, первая монетка, которая кинута, она решает сразу, и кто будет в первой карте выбирать, и чей сервер будет сыгран на первой и, соответственно, на третьей карте. Восток США. Дело тонкое. Evil Geniuses все шансы на победу сейчас будут иметь. С другой стороны, если Empire каким-то образом одолеют соперника, то это будет безоговорочная победа. Ну да, то есть выиграть на чужом сервере, играя против такого именитого коллектива, это, конечно, знак. Знак качества, что называется. Да. Ну вот тут сообщает нам менеджер, так понимаю, Empire, то, что у Горца сейчас пинг больше 200. Ему реально будет очень тяжело катать. Ну что ж, пожелаем удачи, Empire. Ну и, конечно же, сразу же мы будем обращать внимание на драфт, и драфт будет исходить как раз из текущего положения имперцев, то есть герои будут тоже соответствующие. Я обратил внимание на то, что у Горца был очень большой пинг даже на европейском серве, и, ну, видимо, он из глубинки. Из гор, собственно. Как его никнейм нам говорит. Но действительно, тяжеловато играть на пинге. Может у кого-то возникнуть вопрос, а настолько ли это сильно решает, что мы так много этому посвящаем. Да, это настолько сильно решает. Именно поэтому все топовые турниры играются на ланах, либо избегают... Ну, даже если взять квалификации того же International, нет у нас перехлёста европейского или американского регионов. Если какая-то команда говорит, что на самом деле мы из Америки, она, как правило, туда и едет на какой-то буткемп играть, потому что по-другому сделать очень тяжело. Да, есть у нас парочка, правда, исключений, что типа комплексе, но... И все, наверное, других примеров больше нет. А, но тем, кто... а что у комплексе? Ну, у них же три шведа. Ну, три шведа, но я уверен, что если будут квалификации, то их всех отправят туда. Ну, это, во-первых, то есть, чтобы они играли комфортнее, потому что смысла в этом вообще очень мало. Но даже если тебя все-таки каким-то образом допускают до квалификации, ты из Европы, и ты почему-то остаешься в Европе, ну, Швеция все-таки это одна из лучших стран, потому что у них очень хороший интернет, и у них пинг гораздо меньше. Да, ну, США, но все равно тяжело. Все равно, да, все равно тяжело. Все равно проблемно, скажем так, не очень приятно, не очень комфортно играть. А, еще момент хотел, который я уточнить, и который я забыл. Потому что тут мы что-то на другую тему ушли. Ладно, потом вспомню, скажу. Вот, по поводу драфтов. Видим, что Bristleback появляется. По-моему, тот герой, как раз таки, которому пинг вообще никак не мешает катать в доту. Все, что ему нужно делать, бегать и давать свои колдспреи. Да, жми кнопку. А если ты гушкой перестанешь попадать, то можно купить аганим и плевать во всех, чтобы вообще ничего не контролить. Отлично. Ну вот единственное, что Шадеми рано, мы с вами видели такую связочку героев в исполнении Ига в первой карте. Сейчас мы увидим в исполнении Empire в третьей. Надо будет, конечно, по таймингу там подавать эти стрелы под disruption. Посмотрим, что хорошо будет. Что за фигня? У меня кто-то в курсе, что ли, по поводу... моих вообще целей. У меня ВКонтакте слева реклама виза в Китае надежно от 20 тысяч, виза в Китае 2 дня в Мытищах, дешевые отели Шанхая. Следующее. Контекстная реклама, я так понимаю, тебя замучил. Да, ну не то, что замучил, но все уже поздно, ребята. Поздно спохватились, ваши деньги могли бы достаться. Подожди, еще какие-то места в Шанхае еще вполне можно воспользоваться. Может быть, да, так что уже присылайте уже сразу дешевые... бары, рестораны. Бары, рестораны, мороженое шанхайское, апельсины, мандарины. Закончился у нас пик. Да, действительно, Empire взяли такой набор героев интересный. Bristleback у нас залетает в пик, в Сомником. И есть контра Урсевичу в качестве Омни Найта. Возможно, будут подрубать ультимейт и тащить за счет него. Но у Evil Geniuses, в свою очередь, какая-то нереальная комбинация магического урона. Это Веномансер, это Феникс. И эти два героя. Я уверен, что будет ранний Вейл, потому что разорвать они могут вообще чуть ли не любой пик. Ну и, собственно, пройдемся быстро по героям. PPD на Венике, Сумаил на Лине, Юниверс на Фениксе, Фир на Найтсталкере, Артизи на Урсе. Ну и Empire, играющий за Рейден. ТФН взял себе в мид Bristleback, хвост будет катать на оффлейн Омнинайте, Алоха Дэнс.
Кор Лишак корит суппорт Шадо Демона, и остается Фаник на суппорт Миранин, герой четвертой позиции. Ну, здесь мы тоже видим, что помимо одной из самых очевидных связок Шаде и Миран, у нас также появляется интересная связка. Это Омни Найт плюс Лишак, например. То есть Лишак, который не будет чувствовать себя как раз-таки тот самый магический прокаст, и будет выдавать кучу сам этого самого прокаста. Да, потому что все-таки герои немножко хлипкие. И последний раз, когда я видел Лишака, это были Alliance. У них, конечно, там все очень хорошо получилось. Скор Лишаком с 4 покарал. Ну, посмотрим, что получится у нас у Империи. Миранка со стрелой будет Фаник пытаться наказывать тем же оружием, что наказывали его. И здесь Аганим на Урсе уже смотрится слишком круто. Ты избавляешься от стана стрелы Мираны, 5-секундного даже. Лишрак себе нипочем. Да, пожалуй, что... Билд будет такой же, наверное. Да, я бы тоже добавил, что дифуз здесь тоже, в принципе, нужны. Есть там и найт пики у противника. Да, дифуз вдвойне круто заходит. То есть тот айтем билд, который у него был, он сейчас еще круче, чем был в прошлой игре. И думаю, что менять его не будет Артизи. Хотя я думаю, что он его оставил бы практически в любом пике. Ну, за редкими исключениями. Смоук сразу разбили. Это интересно. Ну, вот та самая комбинация уже пошла. Пошла просто захватывать власть на всей карте. Shadow Demon плюс Мирана, а не Бейн плюс Мирана, как мы видели. Ну, чуть-чуть сложнее эта комбинация, нужно тайминг посчитать. Но с другой стороны, так, выходит у нас курица. Сумаил что-то как-то... Да. ГГ, Сумаил. Ферст Блад-то. Да, дал стан под себя, но все равно хватило дэмэджа. Здесь слишком много урона получил. Странно, что не стал убегать куда-то вниз от этой Мираны. Видимо, не сразу понял, что там еще рядышком Shadow Demon. И стоит бояться, а тем временем за хвостом погоня. Артизи флашечкой отхиливается хвост. Последняя тычка, и Артизи вовремя разворачивается обратно. Потому что PPD завершает эту работу. Попал, скорее всего, замедлением, и даже после того, как Омникс кастовал репел. Ты посмотри, что творит этот Фаник. Он прям стрелы налево-направо закидывает, правда, без продолжения в этот раз, но опасно довольно-таки. И, конечно, здесь нужно просто как-то обеспечить Сумаила хорошим виженом. Не только вот на топ-лейне, где они поставили обсервер, не самый стандартный, но еще и снизу желательно тоже, потому что Мирана снова... на исходной позиции, она отпилась Clarity Potion, и она готова выдавать стрелу. Да, если сейчас Bristleback сделает пару шагов вперед, попадет стрела, будет очень больно. Можно еще из кустиков пытаться эту стрелу запускать. Будет так же действенно. У нас опять-таки фарм лес. Обратите внимание, в этот раз не был забанен этот кэмп, так что Феникс есть возможность фармить, он и пользуется. Сразу Айронталон купил. Да. На первые же деньги. Ну, хороший артефакт для него. Да тут для любого флейнера хороший артефакт, не крути. Ну да, плюс Феникс просто еще очень важен армор, у него 0 в начале, и как раз двоечка армора дается так чуть-чуть прочнее становится. Так, тут Сумаил на миде более-менее стоит, хотя пока что Bristleback или Шак у нас лидирует по крипстату. Мирана в опасной позиции, может быть попытается подстрелить Феникса стрелой. Это будет очень интересно. Пошла стрела. Стрела не залетает в Юниверса. Буквально чуть-чуть не хватило. Если бы чуть вышел, мог бы пострадать. И тут же отправляется на мид. Его не видели. Сейчас можно попробовать через 5 секунд еще одну запустить. Плюс есть Shadow Demon. Но Shadow Demon уже видно. И Сумаил не подставится. Вот сейчас нужно кидать. Пошла стрела. Ой, есть, какая качественная. Точное попадание. Bristleback тут же тут. Глушки накидываются, колл-спрей второго уровня стакаются. Сумаил дал стан, не попал. Сам стан Драгонслей Фаника тычку еще дал, но Фаник переживает этот урон. Ну и Фэн, соответственно, Тавр тоже пережил. В итоге очередной хороший килл. Молодец, Фаник, стрелы попадает уже второй раз. Да, Сумаил здесь явно не ожидал стрелы со спины и видел ее достаточно рано, но даже не сделал ни единого движения, чтобы как-то среагировать. И пока что подфиживают у нас Evil Geniuses. Это неплохой шанс, потому что Bristleback набирает суровый нетворс, как и суровый нетворс набирает у нас Лишрак. С другой стороны, какая-то жесткая халява идет от ЕГЭ, и саппорт Найтсталкер лесной за счет своего регена и щитка и Айрон Талона имеет 20 крипов в лесу. Это какая-то жесть. Это очень много. Это интересно. Почему? Потому что, вот, например, сейчас гангует имперцы, это вроде бы здорово, они унижают мидера, но, с другой стороны, если посмотреть на Найтсталкера, он сейчас к четвертой минуте, то есть к появлению первой ночи, выйдет с пятым уровнем,
с каким-то условно сапогом и начнет доминировать всю карту. И вот эту ночь важно будет, конечно, имперцам пережить. Иными словами, если бы Team Empire не убивали, вот сейчас юниорс хорошо реагирует, вовремя уходит. Далеко ли ушел вопрос, потому что говорит здесь уже. Ушел, да, наступает ночь. Если бы сейчас Empire не убивали команду ЕГЭ, то у них бы стояли две линии хорошо, Феникс фармил Лиса, ему тоже было бы хорошо, и еще и Найтсталкер очень жестко халявил. Получалось бы большое преимущество. Да и сейчас, на самом деле, у ЕГЭ, как мы видим, по графикам, по XP, во всяком случае, перевес есть, по золоту нету, но... Это дело времени. Посмотрим на Найтсталкера ночью, что он будет планировать. У него уже, у него пятый левел, к четвертой минуте. Есть стики уже, все, купил себе сразу смог, купил себе ТП-шку, сейчас будет подключение на одну из линий. Вопрос, куда идти, где проще всего загангать. Конечно, очень хочется в миду Бристлбэк оформить, но это крайне, конечно, такая тяжелая для убийства цель. Проще забрать Омнинайт на топе, проще забрать снизу какого-то лишачка. Какой же он сильный стал в лесу, потому что зачастую Энигма такой левел имеет в лесу, а здесь он без идолончиков, просто за счет тычки с руки и за счет Войда и Айронталона нафармил себе столько же. Это интересно. Вообще вот это вот Iron Talon, тот артефакт, который позволяет играть через одного лесника постоянно. То есть это уже и Габлак демонстрировал на Тренте. Мы видим это на Найтсталкерах и куча других персонажей, выход, которые могут... Выход будет на Алоху, кажется. Алоха сейчас будет очень больно. Алоха... Алохи больно, его прячут. Неплохо его спрятали. Ну, на развороте Алоха идет, все еще продолжает жечь, пытается дать стан, ну как же, больно залетает дэмдж Алохи, сжигают Фира, но Алоха сейчас тоже должен погибнуть. Один в один размен, вполне себе неплохой размен, однако у Империи погибает еще и Бристлбэк на миде, которого Веник вместе с Линой не простили. Даже без лагона каким-то чудесным образом они забрали. Так, ну тут у нас Феникс, Найтсталкер нанесли урон, Лишрак, Шадоу Демон. Почему-то этот файт рекапе вообще никак не отразилось. Да, он посчитал только драку снизу. Нам спасибо. Просто умер. Просто умер, да. Просто... Просто умер. Бывает такое. Ну что ж, первый выход от ЕГЭ, может быть, не самый удачный. А я хотел бы тоже обратить внимание на скиллбилд Лишака. То есть играет он через Диаболики, а Лоха у нас будет такой пушащий Лишачок. Отпушивать хочет. Да, ну и, конечно, в контактный бой с ним драться уже не хочется идти. Потому что с диаболиками, но разорвет противника. Вот четвертый подрубает уже. Тавр падает очень быстро, потому что не взять слив. Очень много Феникс получил из-за этого фрага. То есть то, что Найтсталкер сдох, даже... Ну, для Феникса получилось даже лучше. Потому что он нафармил себе почти сразу шестой левел. А Найтсталкер там не сильно потерял. Для своей саппорт-позиции он все равно еще в шикарной ситуации. У него огромный левел. Пятый левел. Шадоу Демон третий, если посмотреть. Мирана еще даже не третья. То есть насколько жесткий разрыв по XP. Сейчас может выходить на любую линию. Артизи единственное, немного... что страшно для Найтсталкера в таких ситуациях, это то, что ну, то, что он погиб, денег там отдал, это не важно. Важно только то, что он время в ночь проводит в таверне. Такое ни в коем случае недопустимо. Желательно хочется реализовать всю свою ночь полностью, поэтому надо пробегать ее до конца, от начала до конца. А пока ты в таверне сидишь, ночь как бы идет, и не очень круто получается. Да, сейчас тоже не смог выйти наверх, просто покараулил там Мирану. В этот момент Бристлбэк уходит на Эншентов фармитах. Здесь не очень много стаков. Не сказать, что прям получит какой-то колоссальный фарм. Хотя с Омником они бы могли очень сурово здесь разобраться. Там Омник. Смог. Солринг. И да, смог. Выход на Рошана. Также Сумаил выходит. Видит Горца. Горец. Прячет Горца. Думают, что это просто атака вниз. Так и есть. Это просто атака вниз. Одновременно забирают Рошана. Лишак горит, но... Этого явно не хватает. Сейчас еще будут убивать Горца, и Шадоу Демон пытается уйти. Лагуна Блейд, даблкил делает Смаил, и при всем при этом действительно падает Рошан. Там стрела залетела, Паник дал вижен свои, информацию дал своим тиммейтам, но тиммейтов-то и нет. А что сделать? Вы одновременно пропустили выход на Рошана, еще и сдохли на нижней линии. Шансов как-то разменяться на этом Рошане просто нет после такого. Хороший выход получился. Причем тут, видимо, у ЕГЭ даже была задача не просто там сделать киллы какие-то, это прям в лучшем случае, а ну, просто даже занять противника, постараться его прогнать и, ну, такой легкий спейс для Артизи создать. И этот спейс создать действительно получилось. А Егис достается Артизи, левел седьмой, сразу почти восьмой поднимает, покупает себе рецепт на Mask of Madness, ну и айтем билд он свой будет повторять с предыдущей карты. Да. Ну и сверху пошел у нас пуш от Алохи и Хвоста, пока Урса отсюда ушла. Такой поздний размен этой вышки на Рошана, уже после того, как Рошан упал. Но особо, как мы видим, ЕГЭ не хотят ее дефить. Диаболик слишком много урона, они вообще в другой части карты, проще и дешевле будет пофармить.
Так и есть. Ну, с этим лишаком нужно будет что-то делать, потому что я думаю, что имперцы будут сейчас играть очень агрессивно, они будут тавр за тавром собирать, видимо, лоха топ-линию не покидает вообще, продолжает. На нижней линии. Ставятся агрессивные варды, опять же, тоже нужно учитывать то, что ЕГ не готовы здесь плавливать, цеплять и убивать. Слишком огромный разрыв по левелу. Вот это 3000 экспы, причем Мирана все еще 4 левела. У нее только стрела есть, это единственная польза от нее. Если она ее не попадает, то это практически бесполезный герой. У Шаду Демона также очень маленький левел, всего 3. Он даже по статам имеет слишком мало. Пошла стрела, попадает веника. Ну и что теперь? Да, сбежать за этим веником на змейке, ну это полный суицид. Алина! Ой-ой-ой, Лина! Ой-ой-ой! Стан, по троим стан, давай, Сумаил, за хайлайт, стан, по троим, по четверым, ну, нет, разбежались, хоть кого-то. Решил подождать тиммейтов чуть-чуть, ну, просто он развалится моментально, если в них залетит, ну, это было очень опасно, если бы подошли тиммейты, он бы там дал стан по троим, сверху ультвеника, могли сейчас просто на ровном месте имперца затерпеть. Ну хорошо, хоть Мирана немножко начинает фармить, но у Shadow Demon эта проблема сохраняется. Он все еще очень маленького левела. Практически бесполезный. У него только Disruption более-менее работает. Soulcatcher даже очень мало, всего лишь 20%. В то время как здесь саппорты уже 7-й. Виномансер также 7-й. Где-то нафармил там со своими змеечками. Очень приятно можно фармить эншентов с этими змейками. Ну, левел дело такое. Левел — это дело одного замеса фактически, да? Чуть получше его имперцы проведут, и баланс там восстановится. Тут разница в один левел, он пока не особо сильно решает, даже в два, в принципе. Там единственное, что вот может случиться, это то, что кто-то получит 6 уровень, кто-то еще нет, когда не будет ультивативной способности. Но в целом пока ситуация более-менее равна. Ну да, ну как бы это не аукнулось, просто действительно очень суровый разрыв и нету сильных способностей. Плюс еще такие саппорты, ну которые не так много могут, особенно Мирана без левела, без Старшторма своего. Вообще, смотри, на тебя могут убить Найтсталкера, но опять же 1100 хп, ребят. Не так-то это просто сделать, что Shadow Poison с Рапшином не касается. Здесь Shadow Demon включается ночью, Найтсталкер должна развороте может поднять противник, потому что подтягивается уже и Феникс. План перехвата, Юниверс, ШД, зря ты здесь, наверное, остаешься, стрелой еще откидываются, Найтсталкер какими-то вольными путями пытается достать до противника, не выходит этого сделать. Очень круто сыграл PPD на миде, поставил кучу змеек, и Лешаку уже просто не выйти в этот пуш, потому что змейки постоянно стреляют, у него не так много хп, а все-таки змейки неприятно харасят, тебе еще накладывают яд сверху. Это все не очень здорово. Нравится мне, что пишут в Твиттере тем временем. Сейчас пишут, что успокойтесь, в КС с пингом 150 играли раньше, сойдет. Раньше я на квадратном мониторе в Тоту катал. С мышкой шарик, где, ну, колесико шарик был тут внутри. Ну, это было раньше, сейчас 2016 год. Раньше делать отвод на линии, это было слишком тяжело для многих профессиональных игроков, мне кажется. Сейчас тройной отвод в паблике на 3К это просто дефолт. Если ты не умеешь, то тебе репорт сразу. Да, это, ну, сравнивать то, что было раньше, и то, что есть сейчас. Раньше за 18 миллионов долларов, ну, турниры не проводились. Сейчас ну, да, уже, есть... конечно, очень много и очень долгое время. Так, Виномансер выходит, ставит свой вард. Ему ставят ответный вард. Ну, вард Виномансера сильнее, потому что он дерется. А вард... Бристлбэк пошел на хосте. Ну, вряд ли он что-то здесь делает, он долго слишком бежит, никого вот, не находит. Почему мы это ввели? К тому, что как бы, сцена-то развивается, сцена растет, профессиональная же Тотта, в конце концов, и нужно, чтобы такие внешние факторы не поменьше влияли. Ой-ой-ой, эфир находит Алоху, Алох пытается сделать телепорт, и Алоха делает телепорт. Единственное грамотное решение в этой ситуации, как раз-таки Войд был уже потрачен, поэтому сбить больше было нечем, потому что Сумаил находился слишком далеко. Снизу смотрят на Урсу, смотрят и улыбаются. Урсе совершенно не страшно, потому что у него есть Аегис. Найтсталкер находит. Найтсталкер находит, не успевает среагировать, не успевает спрятать. Фир на своем бешеном эмессе убегает. Здесь уже могут подойти все тиммейты. Да, впятером против троих нужно бежать. Нужно валить срочно. Нельзя нападать на этого Найтсталкера. Бегите, глупцы, стан Лины попадает по двоим. Еще раз каст. Нет просветки. По троим вообще, боже, если бы еще и битили, они смогли, наверное, в драку пройти, но просто не видно было противника. Феникс, Икарус, да, и Феникс умирает, почему-то решил не кастовать яйцо, видимо, не увидел, что по нему взлетает еще одна тычка. PPD продолжает расставлять свои варды, его замедляет, а вот теперь можно подраться, теперь можно очень неплохо подраться. Паник не вовремя выключился.
Выживет ли хвост? 570 хп, Лагуна сносит 450, Драгонслейф ему прилетит еще 320. Наверное, нет. Давай считать. 320 плюс 450 это 770. Минус 25% четвертую часть убираем, это минус 180 примерно. Получается, залетит 600 урона. У хвоста сейчас 570. Должно хватить. Ну, я плюс-минус посчитал. Ой, спрятали. Хорошо. Ну, Сайленс тут же на Умнинайт пошел. Не все так просто. Умнинайт получает свою законную лагуну. В этот момент Бристлбэк разбирает свиномансом. Мусар под момчиком бежит, вгрызается в Бристлбэка. Найтсталкер. Толстый Найтсталкер подрубает ночь. Замедляют Брисла. Станом не попадает. Урсе уже очень больно. Урса, еще один койл-спрей. Нет, Урса сгрызает Бристлбэка раньше. И в битве двух медведей победил Урса. Хотя, неудивительно, потому что Бристлбэк даже не медведь. Это цитата. Неплохо. Не, вообще, да, Артизи молодец, что не растерялся, вот развернулся. У него там была промахшена пассивка, плюс момчик, конечно. Бристлбэк просто за эти 5 секунд не успел. Даже не 5 секунд, а 3 секунды прошло. Да, чуть-чуть койл-спрея еще одного не хватило. Да, вот одного стака буквально лишнего взорвал. Хотя нанес в драке он 3200 дэмэджа. Это гораздо больше, чем Урса, но тем не менее. Драка такая интересная получилась, то есть там Юниверс не прожал свою супернову, да, вообще по-другому драка могла пройти, если бы он смог кастовать, скажем так, эту способность. Плюс ко всему много было у нас разворотов, отходов, опять-таки погонь. Так получается, что ЕГЭ немножко получше провели этот замес, вроде как. Да, и здесь уже 9-го левела Найтсталкер и Виномансер, который уже 8-го, в то время как Шадоу Демон там все еще 5-го. Ну вот Мирана берет Мидасик и чуть-чуть прибавляет, так. Сумаил забирает Ишака, Юл свой реализовал, а здесь выход. Сайленс на Горц, и Горц не мог делать ТП, у него ТП был на кулдауне, и Фир очень удачно подловил. Забирают два фрага, очень хорошо сейчас под Найтсталкера. Лишак про каст не переживает пока что Лина, и Лина будет только разгоняться. Возможно, здесь даже какой-то аганим сделает, но пока что Линзу. Ну тут надо те самые комбинации героев-то как-то уже реализовывать. То есть, ну, если Лишак где-то бегает, то пусть Омник стоит, а позади стоит с репельчиком. Ну, иначе какой смысл? Лишак одевается так, что он будет выходить там какие-то бладстоуны, да, то есть артефакты не особо защитные. И чтобы его сейвить, нужен Омник, без него вообще никак. Стрела Феникса не попадает. Кидают репел на Фена. Фен, конечно, жесткий. Сэндж, Вангвард. Суровый Фенчик. Репел спасает от всего, кроме Урсы. Вот если Урса в контакт войдет, то, конечно, Бристлбэк не переживет, даже с репелом. Да, против Урса зато работает ультимейт, но ультимейт пока маленький радиус, да, гонимо здесь еще слишком далеко. Нападение в очередной раз на вышку, пошел репел, продолжает разминать тавр. Феникс не может своими огоньками ничего сделать, но зато пассивка Веника, кстати, тоже работает и неплохо замедляет Брисла. Очень неприятно это для милишника. Вообще пушить не дает в целом, ведь к тавру подобраться не могут Эмпайр, вроде бы есть диаболики, или Шак кричит, что хочу пушить, хочу товара сносить, они дают. До сих пор стоит, несмотря на то, что первые товара на нижней и на верхней линии упали очень быстро, там моментально, как только Лишак решил их пушить, здесь все еще стоит тавр и по-прежнему змейки Виномансера. Решают, конечно. Ой, стрела залетает на Артизи, а дальше-то что? Вот сейчас своей стрелой на самом деле Фаник сделал... Даже в минус своей команде, потому что он, ну, спалил то, что не здесь парастает. Нападение на лоху, и опять его находят, пытается сделать ТП, но в этот раз Лина уже на чеку. И минус кэрри. Это в очередной раз минус Лишрак, и Лишрак у нас уже под Найтсталкером оказывается по нетворсу. Это очень плохо для Лишака, ему как раз нужно набирать артефакты свои. Очень грустно, да, по всей карте вылавливают, то есть и варды, посмотрите, какие стоят ЕГЭ. Вот они прям вдоль центральной части, центрального разреза этой самой карты находятся. Везде видно. Ну, я по-прежнему все-таки настаиваю на том, что должен нам не на это не отрываться от Лишака и бегать с ним рядышком. Прям вот как за ручку взяться и передвигаться таким образом. Я понимаю, конечно, что хвост хочет нафармить себе на меку там и все остальное, но жизнь Лишака сейчас намного важнее. А так нет-нет, подхил типа какого-то purification'а. Репелла, но все поможет. Башню сил света на центральной. Ведь атака теперь мы фэн. Ой, нет. Руна волшебства. Очень крутая для Бристлбэка. Он просто заплевывает. Пошел под хил. PPD. Фэн идет дальше. Идет еще PPD. Нужно убивать. Но там 17 стиков, который не успевает использовать, потому что слишком много дэмэджа. Легкий фраг получился для Бристлбэка слишком. Да, хорошая баунти. Точнее, аркан руна здесь.
очень круто работает, нападение на вышку. Все-таки сломают эту центральную вышку, без виномансера делать это уже гораздо проще. Еще фортификейшн, несколько секунд она поживет, Сумаил находит сейчас горца, решил его не поднимать. На самом деле мог разорвать. Там снизу, снизу, Алоха есть, вот же она цель номер один. Вот же парень, который на стоп сливает. Ну да. Алоха на этом месте уже в третий, по-моему, раз погибает, да? И вот она проблема Лешака. Если бы он нарфармил себе Бладстоун и пошел фармить дальше, он был более высокого уровня, его просто с прокаста Лина не забирала бы. А из-за того, что он застрял, Лина продолжает расти. У Лины скоро 16-й, и Лешаку придется еще что-то себе покупать срочно. Иначе его просто соло-мидер вражеской команды будет забирать с раскаста. Я бы купил привязку к хвосту какую-нибудь. Был бы такой артефакт, что ты можешь оставлять тиммейт и бегать с тобой. Ну вот что-то просто нужно помочь ему немножечко сейчас, хотя бы какую-то минимальную поддержку, не кидать одного, дать пофармить. Он соберет свой бластон, купит себе там еще какой-нибудь виталити бустер для Октарина и будет уже гораздо прочнее. Или может быть Юл. Да Юл, Фурстав, просто чтобы жить, госкептеры какие-то, возможно. Это тот самый Лешак, который на дистанции будет много урона носить. Стрела не попадает в Артизи, он без особых проблем забирает этого Рошана. И что, будет ли у нас контратака? Артизи да. Хочет. Бристлбэк. Ну, Артизи не будет прыгать. Пошел Даркнесс от Найтсталкера, и сейчас будут искать противника, будут стараться догонять. Урсецкий ускоряется, есть блинк, не забываем. Надо бы Вижен. Что с Виженом? Видит только пока Бристлбэка, видит Домника, видит Мирану. Еще подтягивается Лешак, Лешак. И подставляется стан. Попадает только Бристлбэка. Здесь также еще Феникс, чтобы залетать. Стрела мимо. Что дальше? Просто от Мирана никакого толку нету практически. Нужно попадать стрелой, иначе будет все очень плохо. Вгрызается Фир, но Фир очень прочный лагун. Хвост, ну где же помощь-то? Просто Фир оттянул на себя все внимание. Ульт Омнина, это очень хорошее, но яйцо Феникса, которое сейчас не оставляет шанса. Взрывается, цепляют Шадоу Демона. Минус Шадоу Демон, сверху Бристлбэк раскидывает свои шипы, лазер по нему, но Найтсталкер просто бегает и делает все, что хочет. Пошла просветка на Бристлбэка, Бристлбэка не заберут, да не заберут, нет, нет, не заберут, слишком толстый. Веника смогли там заковырять, Бристлбэк, видимо, развлекся с ним, да, пока забирали всю его команду, но... Очень классно втанковал Фир. Фир просто бежал, в него плевали, его пытались бить. Он слишком прочный, 4-1-8, у него 10 армора, у него 1600 хп. А ну, да, Алоха... Алох не может похвастаться тем, что у него 1600 хп, и из-за этого ему... Ты представь, вот сейчас какая ситуация была. Вот сейчас начинается драка, ну, как бы там по разным частям пытаются разводить ЕГЭ, соответственно, и парк вот пытались подловить, идет вперед Бристлбэк. Алоха был в центре своей команды, вот прям посередине. Это в него все влетело, и его так и не засейвили. Ничего не было. Ни дисрапшена, ни, опять-таки, ни репелла, ничего. Почему такое кидало в Алохе идет прям все? Ну, довольно тяжело, с другой стороны. Вот он сейчас взял себе Бладстоун, у него стало хотя бы 1300 хп. У него было 1100 хп. На него прыгает Урса, делает два удара. Dragon Slave с огромного радиуса. И Лагуна. И у него эти 1100 хп заканчиваются моментально. Там среагировать тяжело. А плюс еще и пинг. Плюс еще и ночь Найтсталкера, в которой ни черта не видно. А Фир видит все. Ну, теперь уже все с Аганимом. То есть получается, что действительно очень тяжелая игра для Алохи. Но сейчас 1600 хп, сейчас не должны уже с прокаста его забирать. Но 1345, я бы не сказал, что это намного... Надо что-то еще взять, какой-нибудь плащик, что-нибудь, чтобы просто вот он переживал прокаст, ему там захилит его омник, он чуть отступит, будет проще. Глиммер Кейпет, это хороший. Ой, снизу падение, на этот раз на Бристлбэк, и просто... Все, Бристлбэку конец. Ну его прям в лицо Артизи пробил, вот все удары, а потом Арпауэр пошли в лицо Бристлбэку, а не в спину. Он очень быстро закончился. Самый толстый герой команды Empire, и как-то очень легко Evil Genius выходит на эту нижнюю линию, возможно, ой, сейчас... Ой, Фанник! Ай, Фанник! Подставился под бордом, его было видно, убили. Там дальше за Алоха, и снова может быть погоня, Фир! Есть, опять-таки, замедление от Артизи, от диффузов, Лагуна, в Алоху, пытается осилить хвост! Дал на этот раз Purification, не спасает Лешака. Еще и Омника будут забирать, Good Game, Well Played. Empire проигрывает эту встречу. Там уже Сумаил себе купил Атос с линзой, с какого-то бешеного радиуса кастанул это замедло. В итоге 2-1 Evil Geniuses. Две довольно-таки легкие игры удаются им на своих серверах. Еще могли, кстати, с Империей попадаться вполне на Люксембурге, но все-таки счет размочили. Empire у нас падают в нижнюю сетку. Будут они играть, скорее всего, с победителем пары Team Liquid Digital Chaos, как мне кажется.
Ну, подожди, там они не должны попадать на тех, кто был в их группе. Сейчас посмотрим. Empire... Там все были в их группе, хотя бы одна команда. А, да, да, да. Скорее всего, они... А, да нет, они, скорее всего, упадут на Virtus.pro. Как раз-таки VP Mamas Boys. Это EG не должны падать на VP. И это, возможно, у нас будет очень жесткое дерби в очередной раз в лузерах. У нас сегодня короткий день, как в школе перед каникулами. Три урока всего было. Да, всего лишь... Три урока, зато завтра у нас целых 9 уроков должно быть. Это игра Alliance Vega Squadron в 17:00 по Москве, игра в 20:00 по Москве Virtus.pro Mamas Boys и в 23:00 Team Liquid против Digital Chaos. Так что весь Captain's Draft продолжится дальше. Очень интересные игры. Наших команд пока еще много. Так что приходите, пока они еще есть, пока не разобрали. Для вас сегодня работали на этом канале Мейлшторм и Адекват. Всем приятной ночи, всем пока. Пока-пока.